Следующим образом. Я ставлю на запись сейчас тот материал, который буду вам рассказывать. Вот, всем еще раз привет, добрый вечер. Сегодня я расскажу вам о проекте, который называется «Зарабатывай и путешествуй». Это проект создан для того, чтобы объединить несколько категорий, о которых пойдет речь. И сейчас вы на экране видите, у меня перелистываются картинки на галерее нашего сайта. То, что вы видите, это платформа, такая туристическая платформа, которая выглядит как обычный туристический веб-сайт. И в данном случае, вот я сейчас перехожу на именно туристические услуги, вы видите, есть меню «Туры», США, Азия, Европа, Россия, Канада, Африка и так далее. Экскурсии точно так же по разным странам, в разных странах. И в тех странах есть города определенные. Круизы по всему миру, курорты по категориям там семейный отдых, пляжный отдых, все включено и так далее. Отели, авиабилеты. И можно там рассчитать тур индивидуальный, да, какой-то. То есть, в принципе, это платформа, где туристы могут для себя находить разнообразие каких-то путешествий, предложений от экскурсий. Так, сейчас у нас кто-то еще присоединился там. Елена. Здравствуйте, Елена, добрый вечер. Надеюсь, вы нас тоже слышите. Вот, и разнообразие туров, разнообразие экскурсий, разнообразие любых туристических услуг по одной платформе. Каким образом здесь образуются эти туристические услуги? В мире существует много поставщиков, от простых частных гидов, заканчивая туроператорами. Есть, конечно, крупные туроператоры, это сами там круизные компании, это какие-то там крупные консолидаторы, типа как Expedia, там Booking.com и так далее. Мы им пока не интересны, но все остальные, которые в поиске клиентов, хотят иметь клиентов, мы для них представляем интерес. То есть они регистрируются на нашей платформе. Вот у нас здесь есть раздел «Регистрация». Сейчас покажу, как он работает. Открывается регистрация. И человек может выбрать тип аккаунта. Вот если это туроператор, турагентство, или если это какой-то частный гид, они могут на этой платформе сделать регистрацию, и таким образом у них появляется свой рабочий кабинет, свой профайл, где они могут теперь добавлять на платформу свои туристические услуги. Имеется в виду какие-то свои личные туры, то, что они лично делают, у них, например, есть свой транспорт, свои гиды, или это, наоборот, какой-то частный гид, который делает где-то там по Лондону экскурсию, или по Нью-Йорку, или где-то по Киеву, или на Кубе. Это может быть, например, какой-то владелец транспортной компании, который какие-то трансферы осуществляет локально, он может выставить свой транспорт, свои цены, свои услуги на этой платформе. Это может быть отель, мини-отель, мотель, это могут быть люди, которые владеют своими какими-то property, квартирами, там, комнатами, и они их сдают в аренду для туристов в том или ином городе. Также это могут быть владельцы каких-то охотничьих хозяйств, рыболовства, где можно туристам предложить там платную рыбалку или платную охоту какую-то. Это могут быть также владельцы катеров, яхт, которые предлагают отдых на воде, ну или аренда машин. Вот, они регистрируются и выставляют свои услуги на нашей платформе. Каждый такой поставщик после того, когда он зарегистрировался и добавляет свои услуги, он должен указать в стоимости, которую он предлагает для клиентов, комиссию, которая уйдет на платформу, то есть на заработки наших агентов. Вот это первая важная составляющая этого проекта. Это поставщики туристических услуг, которые идут сюда, чтобы получать отсюда клиентов, с этой платформы. Вторая составляющая, как мы видели вот в регистрации, да, тип аккаунта, это
агенты, организации и покупатели-туристы. То есть также на платформе могут регистрироваться туристы, но откуда они узнают про платформу, мы практически никакой такой отдельной рекламы не делаем. Но если делаем, то, конечно, они могут, покупатели, прийти напрямую на платформу через нашу рекламу. Но в основном это маркетинговый проект. Здесь на платформе регистрируются люди или частные организации какие-то, за которыми, опять же, стоят обычные люди, которые хотят продвигать эти туристические услуги от поставщиков до своих клиентов. То есть вот агенты регистрируются здесь для того, чтобы регистрировать своих покупателей, туристов, которые на платформе заказывают туристические услуги, туры, экскурсии, круизы, авиабилеты, отели. И каждый раз, когда их клиенты, зарегистрированные на платформе, что-либо здесь заказывают в онлайн-формате или обращаются в кастомер-сервис, и кастомер-сервис работает с этими клиентами, они заказывают в итоге какой-то тур или какую-то экскурсию или какой-то круиз, то тот агент, кто зарегистрировал здесь своего клиента, получает за это вот от тех самых, от той самой прибыли, от профита, который поставщики указывают, получает свой процент. И вот эти проценты, они выбираются агентами сразу при регистрации. То есть, когда человек регистрируется, он может сразу выбрать для себя во время регистрации, с какого процента он хочет начинать свою карьеру. С 25% или с 50% или с 60% и так до 80%. То есть, агенты могут при регистрации выбрать процент своей ставки от проданных услуг своим клиентам, от 25 до 80. Подчеркиваю, это процент не от стоимости услуг, а от той прибыли, которую получает платформа, да, то есть наша туристическая компания. Например, Сергей Петрович зарегистрировался в компании вот на платформе как агент и начал сюда регистрировать своих туристов. Каждый раз, когда он регистрирует, они становятся в его базу данных. Я потом покажу, как это все делается здесь просто. Но они регистрируются в его базу данных. Ну, в общем-то, это просто можно показать наглядно так. Вот если человек выбрал регистрацию, то здесь можно найти свою фамилию. Да? Если человек уже зарегистрирован, он выбирает свою фамилию, и после этого регистрация происходит под ним. Вот. Значит, кроме этого, у нас есть такое понятие реферальной ссылки. Чуть позже тоже об этом расскажу, как это можно сделать без вот этой системы. А, например, когда вы посылаете регистрацию через телефон или через email своим потенциальным клиентам, и они регистрируются сами. Как сделать, чтобы они точно зарегистрировались под вами? Но это отдельный разговор. Чуть позже я обязательно его подчеркну. Если забуду, напомните мне об этом. Итак, клиент, как я уже говорил, Сергей Петрович, это агент, он зарегистрировал какого-то клиента, например, Иванова. Иванов сегодня или через 3 месяца заказал на платформе круиз, он мог заказать его следующим образом. Смотрите, он мог сам зайти в раздел, сейчас мы вернемся вот сюда, он мог сам зайти в раздел туристические услуги, пойти в круизы, и самостоятельно вот выбрать, например, Багамы, какую-то дату, перейти и самостоятельно прямо здесь заказать круиз. Причем цены он здесь найдет самые лучшие, здесь будут всякие бонусы, офферс, там предложения с какими-то скидками от круизных компаний. Прямые цены, здесь нет никаких посредников, это букинг-система наша персональная. Вот видите, вверху тут наш логотип, наш телефон стоит. То есть клиент даже самостоятельно может выбрать любой круиз и заказать его себе, прямо здесь оплатить, получить прямо от круизной компании confirmation, что даже кредитная карточка заходит прямо в круизную компанию сразу, которая здесь представлена. И здесь их огромное количество, вот можно выбирать, можно выбрать любой регион, любой порт, любое направление, любую дату и посмотреть, что есть, какие цены и так далее. Дальше можно даже зайти, увидеть направление маршрута полностью, даты. То есть, если мы перейдем дальше, то можно увидеть
неудачный круизер, чтобы показать дальше. Например, возьмем вот этот. Категория. А, понятно. Ну, в общем, здесь нужно выбирать, там, сколько человек, проставлять все, так сказать, варианты, это пожилые люди или нет, подобрать. В общем, потом можно смотреть план дека полностью, да, вот видите, то есть любого этажа вы можете заходить, видеть, как корабль устроен, какие где каюты, расположение, то есть все видеть. Каюту можно тоже каждую посмотреть, какие кровати, какие диванчики, какие расцветки, то есть все, все абсолютно. На корабле можно видеть, какие есть интертейменты. То есть вот это все клиенты могут видеть, просматривать, а потом заходить и непосредственно уже дальше двигаться, выбрав определенную каюту, определенный дек, прямо отсюда заказать и проплатить. И вот теперь происходит следующее. Круизная компания присылает за этого клиента нашей компании по контракту через нашу аккредитацию, присылает нам комиссию. Предположим, это какая-то небольшая комиссия, $100, да, за этого клиента. Вот с этих $100 агенты, чьи клиенты, получают свои проценты, которые они выбирают при регистрации, от 25 до 80%. То есть пришли комиссионные $100, агент получает с этого либо $25, либо $50, либо $80, там, в зависимости от того, на какой карьерной лестнице он находится. Двигаться по карьере агентам в компании можно постепенно, автоматически за счет продаж, за счет того, что есть какие-то сейлы, продажи, что есть база данных клиентов. Вот. Можно сразу, еще раз говорю, при регистрации выбрать себе начало карьерной лестницы, но важно понимать, что мы говорим не о просто какой-то прибавке к зарплате, там, свободное время. Это маркетинговая компания, выстроенная на основе опыта 12-летнего. Соответственно, все агенты могут создавать свои команды международные. То есть вот любой из вас после регистрации в компании может также начать предлагать этот бизнес своим друзьям, знакомым или как-то в социальных сетях там переписку вести. Кому интересно, как это делать, мы это обучаем, естественно, после регистрации, как работать с социальными сетями, как привлечь к себе внимание, так, чтобы люди интересовались, спрашивали. Ну вот простой пример. Я недавно написал объявление, да, что требуются нам агенты для продажи туристических услуг. И вот сейчас уже рассказываю вам, как это делать. Ну, некоторым из вас, кто сюда пришел первый раз. Вот. Таким образом, вы можете развивать этот бизнес, где бы ваши потенциальные агенты ни находились, и они начинают работать на себя на этой платформе, они создают свою базу данных клиентов, клиенты заказывают сами какие-то услуги, а агент получает за это свои проценты, а вы получаете по карьерной лестнице за всех клиентов вашей команды, извините, вы получаете все равно дивиденды от всех сделок клиентов вашей команды. Ну, так вот, чтобы было просто. Дальше, естественно, это подробный маркетинг-план, как он состоит из каких там процентов, каких ступеней, ваша карьера, куда вы можете двигаться, каким доходом. Но здесь есть заработки, не просто там дополнительный заработок, 500 там, тысяч или 1,5-2-3 тысячи в свободное время или там занимаясь только продажами вместо своей основной работы. Да? Здесь можно выстроить за год, за полтора, за два, за три, пускай даже кому-то это дольше выйдет, за 4 года, можно построить международную команду и получать с этого так называемый пассивный доход, дивиденды, которые могут быть в десятки и в сотни даже тысяч долларов в месяц. Все зависит от того, какой объем продаж вся ваша большая команда международная делает в течение календарного месяца. И вы получаете с этого дивиденды. Ну, чуть позже я в цифрах немножко вам какие-то примеры расскажу. Вот, в принципе, все очень просто. Есть туристическая платформа, где могут регистрироваться поставщики. Чем больше их регистрируется, тем больше всяких интересных здесь предложений появляется от них. Каждый поставщик готов платить комиссию нашей компании для агентов. А агенты занимаются тем, что они здесь
в этой же платформе регистрируют своих клиентов или помогают этим клиентам сделать какой-то подбор, выбор, там, продать круизы. Те, кто хочет становиться более экспертнее, разбираться уже не просто как агент, как турагент. У нас есть обучение для этого, мы обучаем. Можно строить карьеры, можно получать всякие разные там сертификаты, аккредитации туристических агентов, то есть становиться экспертами, и тогда клиенты как бы к вам обращаются как к такому профессионалу, вы их непосредственно вот на платформе вместе с нашим кастомер-сервисом компании обслуживаете, да. Но не обязательно становиться экспертами, можно просто быть обычной домохозяйкой, там, например, или сидеть с детками своими, ну, из дома в свободное время с помощью разных способов, инструментов, таких как интернет, социальные сети, привлекать на платформу своих клиентов и агентов и расширять таким образом бизнес. Клиенты сами что-то заказывают, вы получаете за это свои проценты. Ваши агенты что-то продают или их клиенты что-то заказывают, вы получаете за это пассивный доход, дивиденд. Вот так, в принципе, все просто здесь выглядит. Сейчас я перейду на другую часть. У нас две компании. Одна вот туристическая, вы видите, здесь логотип Elite Travel Group. И вторая компания у нас называется Universe Travel. Это маркетинговая компания. Вот это вторая часть, где мы описываем этот бизнес, мы рассказываем, что нужно делать, как делать. И здесь у нас все необходимое для того, чтобы человек поинтересовался именно бизнес-частью, да, то есть та часть для клиентов, это часть для агентов. Вот здесь есть регистрация, где можно зарегистрироваться, здесь можно почитать какие-то ближайшие новости, промоушены для компаний, вот узнать, как свою там аккредитацию получить, как получать в туризме бенефиты. Это все в этой части. Но это открытая часть для всех, а есть закрытая часть, она только после регистрации. То есть для этого нужно войти на свой аккаунт, который вы создаете на платформе, и появляется непосредственно, сейчас я тоже коротко ее покажу, сейчас зайдем на мой тестовый аккаунт, и вы сможете увидеть, что появится дополнительное меню, вот видите, появилось дополнительное меню, и здесь очень много материалов для того, чтобы помогать вам осуществлять вот такой бизнес в индустрии туризма. Что здесь есть? Здесь есть, извините, как раз-таки вот, где можно добавлять туристические услуги поставщикам или частным гидам. Здесь в этой части партнерки есть инструменты для работы. Это рекламные баннеры, там листингов, это примеры текстов, это видеоматериалы, это вот отдельный там booking engine, то есть система бронирования круизов для турагентов. Здесь есть примеры текстов для работы, ну и так далее. Какие-то документы, какие-то пояснения, объяснения, всякие application, там, которые нужны будут, вы можете вот в инструментах находить. И самое главное, здесь есть еще много внешних поставщиков туристических услуг, которых нет на платформе, но они наши партнеры, мы с ними работаем через их системы. И здесь все предоставлено для наших агентов. Есть обучение, где вопросы, ответы там самые простые для начинающих, да, где вы можете видеть постоянные новости какие-то. Здесь есть подробно вот о маркетинговом плане, как строить свою карьеру, как увеличивать доход свой и так далее. Здесь есть какие-то видео и мотивация, и инструменты вообще и для туризма, и в маркетинговых бизнесах вы посмотрите много всего. Здесь есть примеры рабочего там бизнес-плана агента, что конкретно делать, если вы, допустим, пошли 8 часов в день осуществлять эту работу, как быстро встать на ноги, поднимать свой доход, увеличивать заработки и так далее. Курсы, ну, это вебинары, которые мы обучающие делаем, да, и так далее. Что делать, как начать, примеры планирования, вот, вообще какая-то статистика там о сетевом маркетинге в туризме и так далее. Что такое лидогенерация, бизнес-идеи какие-то здесь ставятся. То есть это вот ваш такой помощник личный, где вы можете, если некого спросить, всегда здесь что-то найти, почитать или посмотреть видеоматериалы. Также вот отчеты инвойс-архив. Да, здесь вы видите всю вашу статистику, кто заходит из ваших, если вы какую-то рекламу делаете, там где-то в социальных сетях вы видите, сколько переходов у вас вы получаете, какая у вас статистика переходов, да, здесь вы можете там подвести итоги, деньги к оплате, то есть заходите
когда вы уже проделали какую-то работу, знаете, что у вас заказы какие-то были уже от клиентов, вы можете выбрать дату любую там за любой период, ввести здесь от и до, по там какое-то сегодняшнее число, выбрать, либо все посмотреть, вот любой, да, то есть те, которые уже оплатили там туроператоры, круизные компании за ваших клиентов, или только, вот, только оплаченные, или все, которые только на рассмотрении, но это ваши будущие деньги, или все вместе, да, нажимаете поиск, и здесь открывается специальный ваш именной стейтмент, где весь отчет предоставлен по вашим личным продажам, по вашим личным клиентам. Вы видите, что продали ваши личные агенты, какие у них были сейлы, кто из их клиентов что заказывал. И вы видите абсолютно всю вашу структуру, которая уже там в глубине. Сколько ваша структура, какие объемы делает. То есть полностью все отчеты здесь видите. Ну, сейчас просто вот за какой-то промежуток покажу. Вот, то есть это просто пример стейтмента, вы видите, да, какие-то инвойсы, какие-то вот, как организация работала, какие-то цифры от общей прибыли, но вы видите вот всю свою подногодную структуру там за 10 дней, за месяц, за полгода, то есть все можете здесь рассматривать. Вот так это все происходит. То есть все контролируется, все учитывается. Также здесь можно будет отправлять вашим клиентам, если вы в будущем будете работать напрямую с клиентом, помогать компании его обслуживать, то есть когда какая-то экспертность появится, знания там о турах, экскурсиях, то можно выставлять отсюда непосредственно инвойсы вашим клиентам, то есть вы отсылаете отсюда инвойс, клиент заходит также через эту систему, проплачивает. В общем, я хочу просто коротко сказать, что это такая достаточно уже большая проделанная работа, сделана платформа, где уже вся бухгалтерия, вся отчетность делается, вся аналитика, то есть все автоматизировано, и вы можете в ней вот в онлайн формате зарабатывать деньги. Но все начинается с простого общения с людьми. То есть человек сюда не придет, пока он об этом не узнает. Узнать он может только от какого-то другого человека об этом, да, увидеть какую-то, может быть, рекламу или какую-то интересную статью, подружиться, познакомиться, а потом узнать, что вот есть такой бизнес или есть вот такая платформа, где он может что-то себе приобретать. То есть все это сделано на основе простого человеческого общения, которое мы также называем переговорный процесс. То есть переговоры – это простое человеческое общение, когда одна сторона, обладающая какой-то информацией вот об этом бизнесе, об этой платформе, об этих возможностях, передает другой стороне эту полезную информацию, и та сторона этой информации воспользуется путем того, что регистрируется на постоянную основу, а потом, когда уже там планируется отпуск, путешествие, они делают какие-то заказы или обращаются к агенту напрямую, чтобы он им помог. Или в компании напрямую. Но нужна регистрация, чтобы клиент был под вами зарегистрирован. И последнее, что хочу сказать, как бы об этом, то есть много тут можно говорить, много, конечно, есть информации, много каких-то вещей, которые сейчас не стоит там технических деталей обсуждать. Мы сейчас такую общую информацию о проекте говорим. Но тем не менее, есть важная информация, которую вы должны знать. У компании нашей также есть направление. Это предоставление вашим клиентам скидки на любые туристические услуги от 25 до 50%. Давайте мы немножко об этом тоже поговорим сейчас. Значит, вот такая у нас есть здесь картинка, обратите внимание. Вот видите, пакеты скидок на путешествия, да? Значит, те люди, которые путешествуют, скажем, достаточно часто, как минимум ежегодно, многие путешествуют по несколько раз в год, путешествуют всей семьей, там, это, как правило, либо пара, либо пара с детьми, там, да, иногда муж, жена, родители, там, пожилые дети, еще и внуки. Неважно, в общем, у каждой семьи есть какое-то бюджетное путешествие. И такие семьи, как правило, планируют свой бюджет, планируют путешествие заранее.
И, конечно, их всегда интересует вопрос экономии. То есть они не то, что там побежали, вот завтра у них там загорелось купить круиз. Они бегут и говорят: ой, хочу круиз, найдите мне там какую-то цену более-менее. И покупают вот по этой цене. Это люди, которые, как правило, хотят, конечно, они много тратят на путешествия, и их, конечно, интересует сэкономить вот на этих расходах. Вот для них такую категорию мы называем особый клиент. Вот для таких особых клиентов мы предоставляем особые условия. Это пакеты скидок на путешествия. Что это значит? Это значит следующее, что даже если вы не обладаете никакими туристическими знаниями, ну, не знаете вы про круизные корабли, не можете ответить там на какие-то вопросы, которые могут вам задать, не знаете направления, куда можно путешествовать, не знаете резорт all-inclusive, только, может быть, те, в которых были там, да, а клиент спрашивает еще про какой-то конкретный. То есть вам сложно как бы продавать туристические конкретные продукты, о которых вы ничего не знаете. Да? Пусть это лучше делает customer service, который в этом разбирается. Но вам легко проконсультировать человека, как он может сэкономить на путешествиях, что ему выгодно у нас стать особым клиентом и получить скидку на вот такие путешествия. То есть речь идет о неких membership, то есть понятие membership, когда клиент заключает как бы с компанией такой договор на постоянное пользование услугами. Да? И вот такие клиенты получают специальные особые условия. Смотрите, есть membership, давайте поясню конкретно просто по табличке. Membership, который называется стандартный. Человек приобретает этот membership за единоразовую оплату $500. С этого момента он может пользоваться любыми туристическими услугами, не только которые есть на платформе, а даже те, которые, может быть, у нас не имеются, но он хочет заказать какой-то тур или какой-то перелет или какую-то экскурсию, и он говорит: я вот здесь нашел такую цену, да? И мы ему от этой стоимости предоставляем 25% скидку на любые туристические услуги, на общую сумму заказов не более 5000. То есть как только 5000 вырабатывается у него, то его стандартный мембершип заканчивается. Больше он дискаунты получать не может. Что имеется в виду общая сумма заказов? То есть, например, семья собралась в путешествие, они купили, хотят приобрести перелет, проживание в отеле и, например, еще там круиз на 3 дня. И вот они заказали это в нашей компании, сначала приобрели мембершип за $500, а потом заказали вот такой себе, такое путешествие. И сумма ихнего заказа, например, получилась по обычным ценам, которые на тот момент, когда они бронируют на рынке, да, вот, мы с ними согласовывали все, и вот сумма ихнего заказа получилась, например, там $5000, 5700. Вот. Так вот, от этой стоимости 5700, они от 5000 получают скидку 25%, а 700 уже оплачивают самостоятельно. То есть они оплатят ровно на $1250 меньше. То есть их экономия составит ровно $750. 500 они заплатили membership, да? $1250 у них с 5000 25% они скидку получили, и, соответственно, у них чистая экономия $750. 1250 минус 500. Это выгодно клиентам. Теперь, сроков у вот этого мембершипа нету, то есть его не надо ежегодно проплачивать, если они не выработали эту сумму, и у него нет срока давности. То есть, например, если эта семья небольшая, там, муж и жена, и они заказали просто себе круиз, трехдневный, который стоил там, не знаю, 1300, например, на двоих, да, то из 5000 у них пока с общей суммы заказа только 1300 потрачено. С этой 1300 они получили 25% скидку от стоимости круиза, воспользовались этим, но теперь у них еще остается 3700 от общей суммы заказов, которые они могут
также использовать со скидкой 25% только в то время, когда они уже спланируют себе отпуск путешествия. Например, вдруг им приспичило куда-то полететь, они звонят в компанию, говорят, мы хотим перелет заказать вот от такой-то компании. Вот мы посмотрели, цена там у Аэрофлота вот такая. И они от этой стоимости получают у нас 25% скидку. Потом еще что-то, как только у них общая сумма заказов 5000 выработала, все, они дискаунт больше не получают. Но они могут заново приобрести любой другой мембершип или этот же и заново пользоваться такими скидками. Вот, в принципе, понятие стандартного мембершипа. Следующий, серебряный, он стоит $1000. Он дает 30% скидки на любые путешествия и вообще любые туристические услуги. Еще раз подчеркиваю, не только которые на платформе, на любые туристические услуги мы предоставим им скидки 30%. От общей суммы заказов $7000. То есть они могут в течение года или двух лет, или трех лет путешествовать, пока не наберут в сумме $7000 сумму заказов по обычным ценам, но от этой суммы они получат 30% скидку на любой свой заказ. Таким образом, их экономия, с учетом того, что они мембершип приобрели, уже чистая экономия будет $1100. Следующий мембершип золотой, он стоит $3000, дает 35% скидку на любые туристические услуги, и общая сумма заказов здесь уже в два раза больше, $15000. Экономия составит 2250 чисто для такой семьи. Платиновый стоит $5000. Скидка составляет 40% на путешествия, любые туристические услуги, на общую сумму заказов $20000. Чистая экономия $3000 будет. И самый дорогой, но самый выгодный мембершип, это элитный. Он стоит $10000. Он дает 50% скидку на любые заказанные в нашей компании туристические услуги на общую сумму заказов до $30000. Чистая экономия $5000. И при этом сроков давности не имеет. То есть, например, в первый год они путешествовали на 10 тысяч, второй год на 5 тысяч, третий год еще на 15 тысяч. То есть пока у них не выработается вот эта сумма, они пользуются скидками 50%. Или наоборот, семья заказала себе какое-то там путешествие или круиз, где у них только дорогой сьют, они взяли себе в круизной компании через нашу компанию стоимостью там $30000 на всю сумму, да, и они получат с этого 50% скидку. То есть такой вариант работает и такой. Значит, здесь есть два но. Membership может приобрести любой человек, клиент любой у любого агента, но этот человек не может этот мембершип передавать. Он должен быть сам пассажиром, поэтому сразу выдается сертификат именной, и человек должен прислать нам паспортные данные свои для того, чтобы он всегда должен быть как минимум одним из пассажиров. Да, он может всю свою семью использовать этот мембершип. Дискаунт не только на него распространяется, на всю семью, но вот на максимум на такую или такую или такую сумму. Вот. Но он должен быть пассажиром, он не может сказать, что у меня там сестра едет или брат едет, вот я для них куплю, а сам как бы не поеду. Нет, этого делать нельзя. И второе, что приобретать мембершип нужно за 6 месяцев до даты отправления, до даты какого-то путешествия или до даты самого какого-то заказа, там неважно, это авиабилеты, круизы, туры и так далее. То есть вот человек приобрел, например, за $1000 мембершип, он может начинать бронировать сразу, сейчас, но его путешествие должно быть не раньше, чем через 6 месяцев. Тогда он получает все вот эти бенефиты, все скидки. Потому что для нас, чтобы вот эти скидки все с поставщиков выбивать, чтобы эти дискаунты получать, нам нужно делать раннее бронирование. То есть мы должны заранее делать. Мы будем использовать свои инструменты, консолидаторов наших и другие инструменты, но нам нужно для этого, мы можем это делать только заранее. Есть исключения, когда, например, человек к вам обращается, говорит, я хочу через 4 месяца там, поплыть в круиз. Вы можете ему рассказать про
membership, что ему выгодно приобрести membership, потому что здесь все наглядно показано, у них есть экономия серьезная. Но он говорит, ну как, он же только через 6 месяцев, а я через 4. Да, можно воспользоваться через 4 месяца, или через 3 месяца, или через 2 месяца какими-то услугами, но только на 30% от общей суммы заказа. Вот в течение 6 месяцев можно использовать только 30% от общей суммы заказа. Нельзя на всю сумму. А через 6 месяцев нужно все, можно использовать уже все остальное. Вот это единственные два таких условий, это даже их нельзя назвать какими-то отрицательными условиями, просто это условия компании, при которых мы можем осуществлять все вот эти бенефиты в виде скидок для наших клиентов. Это легко продается, потому что люди хотят экономить, и если они становятся нашими постоянными клиентами, регистрируются и приобретают membership, то мы им предоставляем эти скидки. Агенты зарабатывают уже не на самих заказах туристических, да, а на продаже вот этого membership. Вот. Продали membership, вот здесь стоят поинты, 100 поинтов, 200 поинтов, 300 поинтов, 500 поинтов. Во-первых, это для вашего карьерного роста. Система вас продвигает, зависит от того, сколько поинтов вы в течение календарного месяца набираете, либо лично, либо ваша команда вся, да, идет продвижение по карьерной лестнице. Но также вот с этих поинтов вы получаете свою комиссию. Например, если вы находитесь на процентной ставке 25%, как начинающий агент, то, продав вот этот membership, вы получаете от 100 поинтов свои 25%, то есть $25. Но если у вас 50%, то вы от $100 получаете $50. Если у вас 80%, то вы от $100, вот этих от 100 поинтов, получаете $80. Точно так же, если вы продали membership клиенту, например, элитный, то вот здесь 1000 поинтов, значит, с 1000 поинтов вы можете получить $800, 80%, или $250, 25%. Так вот, еще раз подчеркиваю, при регистрации агент сам выбирает, регистрация платная, там идет от $100, потом идет 250, 350, то есть за $100 можно получить 25% и свою партнерку, свой рабочий кабинет, то есть как бы вы открываете свой туристический бизнес в рамках этого проекта, всего при инвестиции $100, но имеете 25% вот такой вид дохода. Но можно также зарегистрироваться за 20, давайте я, наверное, открою просто табличку, сразу покажу эту. Одну секундочку. Сейчас мы откроем. Вот такая вот у нас есть табличка. Так. Вот, я думаю, вам сейчас ее видно. Сейчас пока свернем, чтобы нам это не мешало. Вот так, надеюсь, вам видно, да? Вот смотрите, регистрация за $100, а агент теперь получать будет все время 25% от личных продаж. Это один вид дохода. Но если агент сразу регистрируется в партнеры, оплачивает $250 при регистрации, то он от всех личных продаж получает 50%. То есть, если мы вот тот вариант рассматриваем в $1000, да, то в 1000 поинтов, то с 1000 поинтов такой агент получает сразу $500, 50%. Но у него есть сразу и второй вид дохода. То есть если у него есть свои агенты, которые вот на этой ступеньке зарегистрировались, попробуют начать с минимума, да, то он со всех их клиентов получает 20%. То есть здесь произошла у агента продажа, он заработал свои 25%, а вы как наставник его получаете 20% как партнер. Также при регистрации можно сразу зарегистрироваться на ступень $350, называется она менеджер. Тогда у вас от личных продаж 60%, от всех продаж ваших агентов 30%. И если у вас есть уже партнеры какие-то в вашей структуре агентской, извините, то вы получаете 10% от всех продаж ваших партнеров. Имеется в виду, у партнера могут быть свои клиенты, у партнера могут быть свои агенты,
Так вот, со всей его структуры, команды и с его личных продаж 10% дивидендов вы получаете. Также можно сразу зарегистрироваться в супервайзеры. Инвестиции составляют $500 в свой бизнес. И с этого момента вы получаете 70% от личных продаж, 40% от всех продаж ваших агентов, 20% от партнеров и 10% от менеджеров. От всей организации, имеется в виду партнеров и от всей организации менеджеров. Здесь, естественно, сразу другие чеки большие, большие доходы уже. И есть главная ступень директор, на котором можно зарегистрироваться сразу. Стоит это $1000, и вы от личных продаж получаете 80%, от всех продаж ваших агентов 50%, от всех продаж ваших партнеров 30%, от всех продаж ваших менеджеров 20% и 10% от всех продаж всей организации ваших супервайзеров, которые вот на этой ступени находятся. Процент высокий, сразу вы видите все это, да, и есть на чем строить бизнес, но, еще раз подчеркиваю, вот эти проценты вы получаете с того, что вы строите, то есть если у вас есть личные клиенты, вы получаете вот эти проценты, если у вас есть уже хотя бы 1, 2, 10 агентов, у которых есть клиенты, то вы получаете проценты с их клиентов, то есть это означает, что да, вы можете сразу зайти на эту ступень, но дальше, чтобы эти проценты получать, нужно, естественно, выстраивать систему. То есть это должны быть конкретно люди, которые работают, которые зарабатывают, которые приносят пользу людям и компании. И, соответственно, польза всегда в любом бизнесе отражается в виде прибыли, в виде дохода. И вот от этого дохода вы получаете, соответственно, свой доход в виде 80% или в виде 25% на первой ступени. Те люди, которые начинают снизу, то есть хотят идти с самой нижней ступени, это в любом случае всем выгодно и удобно, потому что вы идете снизу, и вам приходится пройти автоматический процесс, то есть когда вас переводят со ступени на ступень, вот эта платформа автоматически по маркетингу при выполнении определенных условий. То есть за календарный месяц, например, вы продали на 1000 поинтов, соответственно, заработали деньги с этой 1000 поинтов, но система вас автоматически переводит уже в партнеры, и вы теперь всегда являетесь партнером для компании, потому что вы уже принесли $1000 прибыли в компанию. И так можно двигаться по карьерной лестнице, там она описывается. То есть можно как сразу зайти на ступень максимальных процентов или каких-то процентов и получать сразу дивиденды с построения своей структуры, не теряя как бы вот эти проценты, да? А можно зайти снизу и двигаться по карьерной лестнице автоматически за счет непосредственно объемов реализованных туристических услуг вами лично и вашей организации агентов. Вот, в принципе, так построен маркетинг-план, ну а детали продвижения, опять же, это уже после регистрации вы сможете получать на наших занятиях и прочитать все, когда вы войдете сюда, сделаете вход, то вы увидите все это маркетинг. Давайте еще раз покажу, тут в обучении есть вот маркетинговый план, да, вы его открываете, и здесь можно прочитать, кто такой партнер, супервайзер, директор, менеджер, вот, как можно продвигаться по карьерной лестнице, как сразу, как постепенно, и что означает вот некоторые схемы, здесь как примеры приведены, если вы партнер, а у вас, например, есть клиент, есть агент, у него есть клиент, вот, что, как это отражается в виде денег. Ну и я обещал вам две вещи еще здесь важные рассказать. Это реферальные ссылки, как работают, и в цифрах на примере вот нового направления нашего, да, давайте еще раз сейчас сюда вернемся, я покажу просто в цифрах, как можно здесь зарабатывать. Смотрите, если мы с вами возьмем все вот эти поинты, 100 поинтов, 200, плюс 300, плюс 500 и плюс 1000, да, разделим, то есть сложим и разделим на 5 видов вот этих мембершипов, то среднестатистически у нас получится 600. То есть это означает, что в среднем вы сможете продавать, как бы одна сделка будет приносить 600 поинтов. То есть где-то вы продадите недорогой мембершип, там кто-то возьмет для начинающих. А сегодня вот у меня встреча была с человеком, он вообще не хотел разговаривать, а вот этих его интересовало только вот это, на $10000. Поэтому каждый выбирает по своему бюджету, сколько он в год там
тратит примерно на свою семью, ну и не обязательно в год. Вообще он как бы смотрит на дискаунты, которые они могут получить, и какие у них есть свободные деньги для этого, чтобы получать эти скидки. Вот. Поэтому каждый выбирает свое какое-то непосредственно свой мембершип, и в среднем это приносить будет вам 600 поинтов. Где-то маленькое продали, где-то дорогое. Что такое 600 поинтов? То есть это эквивалентно 600 долларов прибыли, с которых вы получаете процент. Соответственно, давайте посчитаем. Если вы продали в течение месяца 10 вот таких пакетов в среднем, да, то есть получается, что вы набрали почти 10 на 600, это 6 тысяч поинтов. 6 тысяч поинтов, те, у кого 25%, давайте смотреть, 6 тысяч поинтов, у кого 25%, это заработок 1500 долларов дополнительный, да, в свободное время, или даже там, кто этому уделял приличное время. Вот на 25% можно на продажах этих мембершипов, если вы 10 сделок осуществляете в течение месяца, то вы где-то заработаете 1500 долларов. Теперь, если у вас 50%, то 6 тысяч – это 3000 долларов. Да? Если у вас 60, 70 или 80, то, соответственно, 80% возьму. Сейчас 80% – это 6 тысяч, 4800 заработка на продаже вот этих выгодных для клиентов услуг в виде скидок. Теперь давайте представим, что у вас есть параллельно, постепенно, там за несколько месяцев, пускай у вас появилось 10 активных агентов, которые тоже делают 10 продаж в месяц. Средний статистический поинт 600. Соответственно, 10 агентов умножаем на 10 продаж, умножаем на 600. Это получается 60, то есть ваша команда в месяц продает на 60 тысяч поинтов. А вы получаете, например, с этого либо 20, сейчас вот вернемся мы на нашу вот эту страничку. Например, вы партнер, вы с личных продаж 50% получаете, вот с тех 6 тысяч, да, проданных, вы получили 3 тысячи, но у вас есть 10 агентов, которые приносят вам 20%. Вот 60 тысяч умножаем на 20%, это 12 тысяч долларов вы получаете не за... То есть смотрите, где больше денег, да? Личные продажи всегда хорошо делать, но вы не можете их сделать больше, чем можете. Потому что в сутках 24 часа, из них там 8-12 рабочего времени. При этом вы даже если нигде не работаете, а уделяете этому там 8-10 часов в день, какое-то количество переговоров максимально вы можете сделать, рассказывая об этой пользе людям, но все равно ваше время ограничено. То есть вы за месяц проделаете какую-то работу, может быть, не 10, может быть, 20, может, 30, может, 40 продадите, но это все равно ограничение. То есть вы не можете расти, потому что у вас голос охрипнет, там, я не знаю, клиентов еще нужно с кем переговоры эти вести, находить, в принципе. Соответственно, вы ограничены личной активностью, личным потенциалом, личным временем свободным и так далее. Соответственно, заработки ограничены. Да? Вот. А вот маркетинг создан для того, чтобы вы могли постоянно увеличивать объем продаж для компании и получать с этого свои дивиденды. Таким образом, вы видите сразу, какая разница. Если у вас всего 10 человек, которые то же самое минимум делают по 10 продаж, но вы получать можете с этого в виде вот 20% за организаторские способности. И это сразу другие деньги. На 2 разделите, на 3 разделите, на 10 разделите. Это все равно выгодно и не просто выгодно, а очень выгодно делать. А если вы действительно начнете этим заниматься как построением большого международного такого туристического красивого бизнеса, потому что тема туризма всем интересна, все любят путешествовать, и всем нравится вообще эта тематика, потому что такой продукт, который любят все, он приносит людям эмоции счастливые, хорошие какие-то впечатления, воспоминания и так далее. То есть туризм вызывает у всех положительные эмоции. И вы даете возможность вот в этой туристической индустрии, кстати, которая самая большая в мире на сегодняшний день, это триллионы долларов объемы продаж во всем мире,
в год осуществляет туристическая индустрия. И вы в этой индустрии начинаете создавать как бы свой такой вот процесс, свою компанию, свою команду большую международную, каждый из которых кто-то делает мало, кто-то много, кто-то part-time, кто-то full-time, кто-то вообще активно там, через интернет, кто-то блогеры, кто-то общительные люди, кто-то умеет делать презентации, но кто-то делает просто продажу круизов, там, туров, экскурсий, кто-то продает вот эти мембершипы, у кого-то клиенты сами заказывают, но это все объемы, которые приносят прибыль в компанию, компания обслуживает этих людей, естественно, за это прибыль, но вы получаете вот эти дивиденды в виде этих процентов, и это могут быть десятки и сотни тысяч долларов для вас, если у вас есть такой потенциал, а потенциал зависит от желания и поставленной вами цели. Вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать. Те, кто сегодня у нас здесь первый раз, еще не зарегистрирован, заходите на сайт, я могу сейчас в чат поставить ссылку, где можно как зарегистрироваться. Вот, заходите, регистрируйтесь, выбирайте себе. Там есть даже регистрация на 30 дней бесплатно. Через 30 дней она отключает ваш аккаунт, если вы не выбрали никакой из мембершипов. Но вы можете заходить, регистрироваться сразу платно либо бесплатно и в течение 30 дней уже принять решение, например, на какой мембершип вы хотите зайти. Ну, а лучше сейчас выбирать просто по своим возможностям. Здесь легко принять решение. Если у вас есть какие-то свободные деньги, и вы хотите их инвестировать в свой бизнес, то, конечно, берите максимальный процент. Это всегда выгоднее, это быстрее всегда отрабатывается. Это сразу дает вам больше перспектив на будущее. Вот так, в принципе, легко принять решение. Вот. Если таких свободных денег нет, идите с минимума. Самое главное – зайти в бизнес, потому что это небольшие инвестиции. Если мы сравним, что делают другие люди ради того, чтобы изменить свою жизнь, люди вкладывают сотни тысяч долларов в какие-то парикмахерские, в какие-то бизнесы, в какие-то локальные вещи, которые их привязывают, которые там нужно аренду платить, зарплаты платить. Другие люди тратят деньги, там миллионы долларов, а некоторые миллиарды там в круизные компании, в большие какие-то туристические в туроператоров, там, закупают транспорт, автобусы, платят там сумасшедшее количество зарплаты, там риски сумасшедшие, но они все борются за то же самое место под солнцем, чтобы построить какой-то свой бизнес стабильный, который бы приносил доходы, который бы кормил их всю жизнь, который бы давал им возможность осуществлять свои большие какие-то мечты, делать какие-то большие покупки, там, яхты, дома. Вот. Так вот, сравните, у вас есть возможность в этой же индустрии начинать свой бизнес, такой же большой, такой же международный, с таким же потенциалом роста карьерного и возможностями заработка, только с инвестициями от 100 всего до 1000 долларов. Да? Вот. И как рискуют другие люди, которые для вас вот это все осуществляют. Эти круизы, корабли строят, делают, вот, ну, являются поставщиками этих туристических услуг. Поэтому это невероятнейшая возможность для всех, для нас, для всех и для ваших будущих потенциальных агентов. Рассказывайте об этом людям, помогайте им, регистрируйте, приводите сюда, и мы, в свою очередь, тоже будем всем помогать и вот такими презентациями, вебинарами. Вот, поэтому всем вам желаю удачи. Если какие-то вопросы, заходите, пишите, звоните. Спрашивайте тех людей, которые вас сюда сегодня пригласили на эту презентацию, вот, и они вам помогут зарегистрироваться. На этом все. Спасибо большое за внимание. Если какие-то вопросы важные, срочные есть, которые хотите мне задать, вы тут в чат напишите или микрофон свой включите, можете мне задать, спросить, я с удовольствием отвечу. Если вопросов не будет, я отключу нашу конференцию и мы идем с вами, каждый заниматься тем, кто хочет, что хочет. Но, думаю, в первую очередь нужно идти регистрироваться. Открывайте для себя невероятные возможности. Вот в этом проекте, молодом совершенно проекте, фактически вы вот одни из самых первых, кто может начать развивать это большое-большое интересное, красивое дело на международном уровне. Всем желаю удачи, жду вопросов и пока-пока.
Ahem.